Bose QuietComfort 35, новые беспроводные наушники компании Bose. Очень много в обзорах и в каких-то статьях про 35 говорят о том, что это обновленная предыдущая модель. На самом деле, конечно, это не так. Bose QuietComfort 35 — это полностью новые беспроводные, флагманские, я не знаю, каких еще титулов, какие еще титулы можно привести в пример, но, в общем, это, по крайней мере, сейчас одни из самых лучших наушников, что есть в арсенале компании Bose, и, в принципе, в своей категории, если говорить про беспроводные наушники с шумоподавлением, это тоже одна из лучших моделей. Поставляется в чехле, также есть в комплекте адаптер для самолета. Имейте в виду, что самолетное применение — это, наверное, одно из основных для данной модели. Если где-то в США зайти в самолет и увидеть там американцев, то очень-очень многие из них будут носить Bose QuietComfort того или иного поколения, от QuietComfort 3 до QuietComfort 35. Имейте в виду также, что, в принципе, если вы находитесь в другой стране, то вы легко сможете купить практически любые аксессуары для этого устройства. А аксессуары — это не только, допустим, там тот же фирменный адаптер, но и другие аксессуары. Дело в том, что наушники компании Bose, а именно 35-е, как и 25-е и предыдущие модели, они рассчитаны на очень длительный срок эксплуатации. То есть это не год, два, три, четыре, пять, а может быть даже и больше. Они будут вполне себе актуальны и в плане звука наверняка еще в ближайшую пятилетку, и поэтому здесь предусмотрена возможность некой замены частей. Например, это амбушюры. Они сделаны съемными. Во-первых, наушники выпускаются в двух цветах. Это серый и черный. Вот, соответственно, отличаются по цвету и амбушюры. Плюс они снимаются. То есть они вот здесь вот на таких находятся креплениях. Выщелкиваете их, если у вас стерлась эко-кожа, и вставляете новые. Также легко меняется и кабель. Кабель здесь, обратите внимание, разъем на наушниках 2,5 мм. В Bose продолжают упорно использовать именно такой разъем, не 3,5 мм. В принципе, подойдет любой, если найдете, но и фирменный кабель, его можно использовать. Естественно, он есть и изначально в комплекте. Сама конструкция наушников немножко изменилось. Они стали немножко тяжелее, чуть больше. По-прежнему металлические накладки на чашках защищают электронику, аккумулятор и другие части наушников. Добавили NFC, микрофоны прикрывает перфорация, разъем microUSB без заглушек. И с пульта ДУ, который был на предыдущей модели, все кнопки были перенесены на чашку. Обратите внимание, что обозначения чашек крупные, и они находятся прямо на аудиоткани. Это правый и левый каналы, соответственно. Направляющие сделаны из металла, вот как у предыдущей модели. Вот, но уголовье немножко конструкции изменилось. Вместо денима это эко-кожа, а внизу материал, напоминающий замшу, очень приятный. Вернемся к управлению. Весь блок находится внизу. Это многофункциональная кнопка, кнопки регулировки громкости, кнопка play. Пауза, ответ на вызов, завершение вызова поможет вам совершать различные действия, в том числе и перемотку. Световые индикаторы небольшие, сделаны очень аккуратно. Они помогают вам понять, что происходит с наушниками, как и голосовые подсказки. Вот сейчас можно было слышать. Данная кнопка помогает активировать режим сопряжения, включить наушники, выключить их одним движением. Можно проверить и статус батареи всегда, но вы, в принципе, можете его посмотреть и на экране смартфона. Насчет времени работы. Около 20 часов в режиме подключения по Bluetooth с работающей системой шумоподавления и 40 часов с работающей системой шумоподавления при подключении по кабелю. Обратите внимание, какая интересная деталь. Если
какая-то авиакомпания, например, вот вроде бы в Аэрофлоте запрещают использование моделей с Bluetooth, вы можете достать кабель, который у вас в комплекте, и наверняка вы сможете положить его в чехол и подключить наушники, подключить к своему смартфону, планшету, ноутбуку, и с работающей системой шумоподавления вполне себе его успешно использовать, слушать музыку, смотреть фильмы, наслаждаться тишиной. Это огромный плюс наушников и того, что инженеры Bose позаботились о таком гибридном способе использования и Bluetooth, и провод. Хотелось бы, наверное, получить и USB-аудио, но, вероятно, мы это увидим в каких-нибудь моделях 2017, может быть, 2018 года. Посмотрим. Одна из важных особенностей Bose QC35 — это система активного шумоподавления. Не будем сейчас останавливаться на том, как именно происходит этот процесс. Самое главное, что он действительно есть, и он прекрасно работает. Вы оказываетесь словно в тихой комнате и можете использовать эти наушники в общественном транспорте, в поезде, в полете, в самолете. И даже в такси, если вам не хочется слушать, как с вами пытается общаться водитель. Не хотите — не слушайте. Вам стоит только надеть эти наушники. То есть это такой мир тишины, который вы, в общем-то, покупаете за небольшие деньги. Обратите внимание, есть область NFC для быстрого подключения Android-смартфонов. Ну и стоит поговорить про приложение для iOS. Приложение Bose Connect позволяет установить громкость, посмотреть оставшееся время работы вот здесь. А в настройках вы можете выбрать название наушников, выбрать автоматическое отключение питания через какое-то время, это удобно перед сном, выбрать язык голосовых подсказок. Вот, обратите внимание, что пока еще нет русского языка, а есть английский, шведский и другие. Также можно просмотреть сведения о продукте, прошивку, серийный номер. И, кстати, это хороший вариант для того, чтобы проверить подлинность наушников. То есть, если у вас установлено приложение Bose Connect, и вы подключаете наушники, то вы тут же можете просмотреть всю вот эту официальную информацию. И это определенная гарантия того, что вы все-таки имеете дело с оригиналом. Обратите внимание, что при использовании Bose Connect у вас цвет наушников совпадает с цветом модели, которую вы используете. Вот также есть различные сведения, справка. И это очень удобно, да, то есть вам можно даже не просматривать руководство, какие-то вещи вы можете узнать прямо здесь. Пока Bose Connect работает только с тремя моделями. Это Bose Quiet Comfort 35, беспроводные наушники SoundLink и SoundSport, тоже беспроводные. Можно оценить приложение, написать отзыв или посетить официальный сайт компании. Вот в целом, пока функциональность этой программы минимальна, надеемся, что в ближайшее время эта ситуация изменится и появятся какие-либо новые функции. Bose QC35 радует буквально всем. Отличное время работы, 20 часов в режиме подключения по Bluetooth, 40 часов в режиме подключения по кабелю. Возможность использования и Bluetooth, и кабельного подключения. Очень радует, потому что вы не ограничены ничем, и даже там, где запрещено использовать Bluetooth, вы можете использовать кабель и получать позитивные эмоции, потому что у вас все равно будет работать система шумоподавления. Отличное качество сборки, гибкость для любых буквально людей, потому что конструкция амбушюр такова, что их удобно носить часами. Удобное управление, металлические накладки, и вот вы можете видеть наушники, которые уже пережили два перелета, и они выглядят точно так же, как новые. Возможность подключения сразу к двум устройствам, например, к смартфону и планшету. Можно ответить на звонок на смартфоне и смотреть фильм или слушать музыку на планшете. Пожалуйста, используйте как вам удобно. Кроме того, NFC, сменные амбушюры, сменный кабель. Действительно отличный внешний вид, который нравится буквально всем. Ну и что говорить, это одна из очень важных новинок этого лета и 2016 года в целом. К достоинствам стоит отнести качество звука. Оно здесь поистине
интересная, и с самыми разными жанрами наушники проявляют себя отлично. По сравнению с предыдущей моделью, кстати, здесь произошли очень серьезные улучшения. Это повод послушать Bose QC35. Цены и доступность вы можете проверить сами на сайте spl.ru.